Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что готов оставить руководство страной, если обстановка там нормализуется. Сколько лет руководителем Беларуси будет Лукашенко еще? Для себя внутри отвечаете на этот вопрос? Нет. Если будет тяжелая обстановка вокруг Беларуси, ну как типа война, и еще важнее внутри, нас будут как в 2020 году рвать, всегда будет. Но если все будет спокойно, как вы говорите, кто, вот он кто появится, мы определимся. Но поверьте, я президент не потому, что я очень хочу быть президентом. Не дай бог тебе попасть в эту ситуацию, когда ты зависишь от обстоятельств многих. Ты просто повязан всем тем, своей страной, которую ты создавал с кем-то руками своими и прочее. В августе 2020 года Александр Лукашенко в шестой раз стал президентом. Оппозиция заявила о фальсификациях и не признала итоги выборов. Сегодня белорусские правозащитники причисляют к числу политзаключенных 1035 человек.